Адарам мадурам баданам мадурам наянам мадурам хаситам мадурам хидаям мадурам гаманам мадурам мадурадипати рахилам мадурам адарам мадурам баданам мадурам наянам мадурам хаситам мадурам хидаям мадурам гаманам мадурам мадурадипати рахилам мадурам. Гаудия Гоштхипати Срисила Бхакти Сиддханта Сарасвати Госвами Тхакур Прабхупад Джагадгуру. Гаудия Гоштхипати Срисила Бхакти Сиддханта Сарасвати Госвами Тхакур Прабхупад Джагадгуру сказал: чем больше мы отдаляемся от лотосных стоп Шри Кришны, от его прекрасных лотосных стоп, Гаудия Гоштхипати Срисила Бхакти Сиддханта Сарасвати Джагадгуру сказал: чем больше мы отклоняемся от прекрасных лотосных стоп Шри Кришны, тем больше мы испытываем влечение к этому материальному миру, привлечение и отвращение. Этого материального мира погружает нас в проблемы. Если мы испытываем влечение лишь к Кришне, это очень хорошо. Шри Кришна все привлекающий. Он обладает всем. Прабхупад говорит, что если мы испытываем влечение лишь к лотосным стопам Шри Кришны, если мы не обращаем внимания ни на что другое, на наши другие влечения, которые существуют, может быть, к предметам этого материального мира, если мы продолжаем совершать харинам, если у нас есть влечение к харинаму, в таком случае мы можем понять, что есть раса-татва, сева-татва, тогда и только тогда, не раньше этого. До того момента, пока мы не начнем испытывать влечение к Кришнанаму. Кришнанама и Кришнасваруп не отличны. Как вы уже знаете, нет разницы между Бхагаваном Шри Кришна и его именем. Но сейчас я говорю о трансцендентном Кришне, в обусловленном состоянии. Бхададжива не может повторить святое имя Кришны в совершенстве, потому что она полна анардх. А Пракрита Харинам, чистый Харинам, трансцендентный Харинам, начинает танцевать на языке, и в таком случае вы получите зеленый сигнал. То есть это вход ко всему. Если Прабхупад говорит, если вы получите вкус к Ананья Бхаджану, она не имеется в виду Кришна и только Кришна. Человек в таком случае обретает решимость. Моя карма может погрузить меня в любое состояние, но я никогда не оставлю Кришну. Поклонение Ему. Такова молитва, которую сейчас только что Махарадж процитировал. Это происходит автоматически. Вы не можете искусственным путем игнорировать материальные вещи, наше влечение. Санатан Госвами Рагнадас Госвами говорит, что у меня не было никакого влечения пить расу, но Санатан Госвами меня заставил. Он говорил: попей чуть-чуть, чуть-чуть. И тогда я вкусил это. И Рагунадас Госвами говорит, что я не могу забыть славу Санатана Госвами, моего гуру. Таким образом, если мы можем игнорировать наше влечение к материальным вещам этого мира, объектам, женщинам и так далее, если мы можем не обращать на это внимания,
занимать очень безопасное положение по отношению к этому. К влечению и отвращению этого к предметам этого материального мира. Если мы, и в то же время, если мы испытываем влечение к Харинам Прабху, только тогда мы можем понять, что такое сева раса. Сева раса, раса татва. Тогда и только тогда мы можем это понять, не прежде. Иначе невозможно понять, что это такое. Те, кто искусственным путем пытается понять, что есть Кришна-лила, они могут легко пасть. Они падут. Кришна все привлекающий. Я объяснял это вчера и прежде. Также, вы знаете, вы же знаете, что сам Кришна испытывает влечение к его красоте. К своей собственной красоте. Поэтому я начал с этой шлоки. В Ведах сказано, «Маду» означает «Бхагаван Шри Кришна». Вся раса-татва, изначальный источник всей раса-татвы — это Шри Кришна. Шриман Махапрабху хотел узнать. Это просто явленная им лила. Он хотел узнать о Кришна и Рада-татве, о Рада-сварупе, Кришна-сварупе. Он хотел узнать об этом от Рая Махашая. Несмотря на то, что он Верховный Господь, он являет подобную лилу. Хотел узнать все в деталях о этих татвах, о любовных взаимоотношениях. Что такое раса? Все это хотел знать Махапрабху. От Рая Рамананды. Такова лила. В Шримад Бхагаватам Махапуране мы можем отыскать одну шлоку. Когда Кришна оставил этот материальный мир, Удхаджи Махарадж почти обезумел. Он не мог стоять на ногах. Прежде чем оставить этот мир, Удхаджи Махарадж постоянно повторял вновь и вновь, «Я не могу больше находиться в этом мире без тебя. Пожалуйста, забери меня». Но Прабху говорил, Господь говорил, что «Ты любишь меня, но ты должен исполнять мое наставление. Я хочу, чтобы ты присутствовал в этом материальном мире как мой представитель». Кто может еще с пониманием, с таким пониманием, как каким обладаешь ты, может говорить обо мне. Я хочу оставить тебя здесь, как ачарию. Прежде чем оставить этот мир, Господь рассказал ему очень многие вещи. Затем Удхаджи Махарадж встречается с Видурой Махараджем. Он забыл, что о своем теле, обо всем, что связано с телами, он был подобен духу, который повсюду. Повсюду движется. После этого, то есть встретившись, Удхаджи Махарадж начал говорить, но потому что его попросили, но он не мог говорить, потому что его голос прерывался постоянно, а слезы катились из его глаз. Он не мог говорить ничего, тело его тряслось. Speaking,
Vidurji Maharaj was bound to speak. What a kind of magic spell there with Krishna. Vidurji Maharaj говорит, что насколько поразителен Кришна, Он Верховный Господь. Кришна знает абсолютно все. В каждом, Он знает, что происходит в каждом уголке этого материального мира. В каждом уголке этого материального мира, что и где, когда происходит. Одновременно, не то чтобы что-то произошло, и он узнал. Он постоянно знает. Он знает, что происходит именно в этот момент. Поэтому нам не нужно даже понять, пытаться понять это, потому что непостижимо. Любые мои логические интерпретации, любые мои квалификации, полученные от образования и так далее, неприменимы здесь, потому что трансцендентные вещи не могут быть познаны с помощью материального ума. Удаджи Махарадж плачет и говорит Видури Махараджу. Иногда Кришна просил меня: «О, Удава, вот проблемы тут некоторые, ты помоги мне». Я был министром. Сейчас я сбит с толку. Парампара Ахилешвар Шри Кришна просит меня, попросил меня, спрашивал моего совета, спрашивал: «Пожалуйста, помоги мне, дай совет». И сейчас, вспоминая об этом, я не могу держать себя в руках, слезы текут у меня из глаз, вспоминая эти лилы, которые являл Кришна. В Двараке, говорит Удава Махарадж, во дворце есть кристальные колонны. Иногда Кришна видел свое отражение в них. Он хотел обнять сам себя. Что говорить о его красоте? Нет слов. Все это необходимо реализовать, осознать. Маявалам дарсаятагхитам, бисмапанам сасочасоубагарде, парампадам бхушанабхушанангам. Вы не можете даже представить себе, подобно людям, человек совершает игры. То есть человек, Кришна совершает человекоподобные лилы. Когда мы видим, что то есть раса-таттва — это тогда, когда Кришна действует подобно людям, являя человеческие лилы, человекоподобные лилы. И действительно удивительно, что все украшения его тела, его прекрасные черты, одежды, they have nothing to do with Krishna.
То есть одежды, украшения ничего общего не имеют с Кришной. Каждая часть тела Кришны, палец, щека, что угодно. Если мы сфокусируемся на этом, мы не сможем оторвать наш взгляд. То есть ты смотришь на щеку Кришны и не можешь сойти с места, настолько прекрасно это. И на лотосные стопы смотришь. То есть это непостижимо, невозможно понять. Я знаю, что это за пределами вашего ощущения, вашего понимания. Это невозможно без прямой реализации осознания, без милости Шри Гуру и вайшнавов. Получив эту крипу, вы сможете осознать это. И украшения Кришны. Кришна почитает эти украшения, имеется в виду, что он не одевает их не для того, чтобы увеличить свою прелесть. Нет, Кришна, наоборот, делает их прекрасными, то есть он украшает их собой. Сам Кришна — украшение этих орнаментов, не украшение ожерелье и так далее украшают Кришну, а Он их. Все это поразительно. Даже Шукадев Госвами не может описать это. Он говорит, мы подобны птицам, которые в соответствии со своими способностями могут летать в небе. Не так, что каждая птица, то есть не каждая птица может летать до определенного уровня. То есть каждая птица в соответствии со своими способностями может летать выше или ниже. Кришнадас Кавираж Госвами также объясняет это. Те, кто обрели возможность видеть красоту Кришны, сделали это благодаря силе своего баджана. Если я молюсь Кришне, Гауранге, Нитянанде постоянно, я постоянно молюсь, чтобы обрести прямое осознание. Я никогда не хочу быть сухим лектором. Никогда не хотел быть сухим лектором. Я хочу испытывать ощущения по милости Шрила Бхакти Прамод Пури Госвами Махарадж, Шрила Бхакти Шрила Парам Пуджапад Кешо Госвами Махараджа. Я лишь молюсь им, молюсь. Шримад Бхагаватам Махапуране говорится, что Кришна и все, что связано с ним, я имею в виду Шримад Бхагаватам и остальные писания. Там сказано, что это принадлежит Парамахамсе. Те, кто не достигли этого уровня, могут делать бизнес на Бхагаватам, использовать его в своих корыстных целях. В прославлениях Бхагаватам в Падмапуране сказано, Бхагава там также сказано. Как мы можем освободиться из материальных оков? Решение дано давным-давно. Шамсар джинитиар куну вастуна.
Единственное, что мы хотим, саду-санга. Но в действительности мы настолько эксперты, мы хотим все, только не этого. Мы экспертны в пении, танцах и так далее. Но мы не заинтересованы развиваться в Кришна-бхаджане, в предании себя. Вот в этом наша проблема. Это наша проблема. Поэтому сказано, мы хотим воспевать и слушать Кришна Катху, Саду Санга, Кришна Нам. Будьте внимательны, если вы будете находиться в общении с Пашанда, с теми, кто бессердечен Майяваде и так далее, те, кто не верят в Кришну, те, кто не верят в Гуру и Вайшнавов, вы должны ограничить свое общение с ними, не общаться с ними. Если вы сами... То есть вы не можете им помочь, вы можете заразиться от них. Нужно помогать им на расстоянии. Вы можете помогать, но так, чтобы вы не получили их осквернение, чтобы вы не осквернились от них, и чтобы вы не потеряли свои осознания, не лишились силы своего баджана. Без общения с Кришной, кто может повторять Кришнанам? Я хочу слушать Харинам Бхакти Прамод Пури Госвами Махараджа. Это в интернете есть аудиозапись. Вы включаете, и ваше сердце будет плавиться. Также молитвы Бхакти Кшакшидар Госвами Махараджа, как он молится лотосным стопам Нитянанда Гоуры, и киртаны, которые поет Бхакти Прамод Пури Госвами Махарадж. Сердце ваше изменится от этого. Если вы будете в кругу преданных, тогда вы будете воспевать саду санги Кришна нам. Поэтому Джагадананда Пандит говорит, что говорит Джагадананда? Общаясь с асаду, с теми, кто не является саду, вы никогда не сможете повторять святое имя чистым образом. Вы не сможете произнести истинный харинам. Это будет подобием харинама. Просто повторять вы будете. А думать о деньгах, как заработать больше и больше денег. Снаружи это просто рисование. Мало это как украшение, так что преданные могли, так что люди могли бы думать, что о, я преданный саньяси, что даже один круг некоторые саньяси не повторяют. Они погружены в материальные вещи, и они говорят, что я большой севак, у меня нет времени, наверное. Они представляют себя как большого саньяси перед глупцами. Я уже говорил, что в собрании шакалов но истинные чистые гуру вайшнавы могут их очень быстро распознать. Но глупые люди думают, что они такие возвышенные. Ну что поделать? Давайте дадим им принять их судьбу, дадим им умереть, если они этого хотят. Войти в Рагануга Баджан,
в рай Раманада Самбад, в Рупа Шикша, Рупа Госвамипада. Мы должны принять прибежище Харинам, принять помощь Харинам и, в конце концов, войти в Рупа Нага Баджан. Это очень важно. Общаясь с непреданными, с асаду, мы никогда не сможем в совершенстве воспевать святое имя. Мы сможем лишь произносить имя, но оно не станет трансцендентным. Когда Мадхавендра Пурипад говорит, «Где я могу найти тебя, Кришна?» Когда он говорит так, сам Кришна присутствует в этих словах в форме имени. Кришна является как Бхагаватам и как Харинам. Таким образом, мы сможем очень легко обрезать оковы этого материального мира. Но условия, вы должны быть заинтересованы в этом. Вы не можете... То есть, если вы не сможете поддерживать такой баджан, как было выше описано, каково будет решение? Какой выход? Нет выхода. Вы должны поддерживать чистоту. Если ваша жена не помогает вам, если она не инициирована, если она не преданная, вы должны сами готовить себе. Потому что нужно поддерживать чистоту. Мы не можем позволить себе осквернение. Потому что вы пытаетесь войти в Кришна-бхаджан, и невозможно никакое осквернение, если вы хотите этого достигнуть. Не должно быть никакого осквернения. То есть единственное решение — это саду санги Кришна нам. Единственное лекарство. Мы должны совершать харинама санкиртану в обществе чистых преданных. Если невозможно физически, тогда мы можем слушать их голос и получать их общение на уровне ума. Если Гуру Махарадж оставил тело, что за глупцы говорят так, оставил тело? Он всегда присутствует тут. Мы всегда можем получить общение Гуру Варги, Гуру Дева. Вам будет стыдно совершать глупости, нехорошие вещи. Если вы думаете, что тут никого нет, я могу делать все, что захочу. На самом деле, Гуру Варга всегда присутствует тут и смотрит, наблюдает за нами. Если кама беспокоит вас, и вы не можете совершать баджан, Рагунат Госвамипад уже сказал, что нужно делать. Нужно взывать к именам Гуру Варги. О, Пхактиан Такур, Сидар Госвами Махарадж, пожалуйста, Урупа Санатана, плакать и молиться, пожалуйста, спасите меня. Мы должны плакать, молиться, и тогда точно мы обретем помощь. Помощь придет от них. Вчера я сказал, что если кто-то получит удачу, обретет удачу, увидящий Кришну. Прабхупад говорил, что говорить о даршане Кришны, если преданный испытает вкус к Ананья Харибаджана, то есть Ананья означает уникальный Харибаджан. В таком случае они определенно получат благо. Какие-то проблемы могут в настоящее время присутствовать, но когда они испытают вкус Ананья Баджана, они никогда уже не смогут оставить Хари Баджан. Для них будет невозможно оставить Хари Баджан. Thinking that I cannot do any amount of problem can come.
Они могут думать, то есть они думают, что любые проблемы могут прийти в мою жизнь. Кто совершая харибаджан, плачет от проблем, которые в его жизни? Покажите мне того, кто может совершать харибаджан, и в жизни его не будет никаких проблем. Покажите мне хоть одну такую личность. Если вы совершаете харибаджан, кришнабаджан, определенно много-много проблем возникнет на вашем пути. Духи, они материалисты почти духи. Это не говорю я, это говорит Кришнадас Госвами. Они погружены в майю, поэтому, когда они слышат рассказы о гуру и вайшнавах, они бесятся, потому что духи не могут терпеть харинам. То есть, когда такие материалисты слышат харинам, они хотят остановить, выключить, заставить замолчать тех, кто произносит харинам, потому что они не чувствуют себя хорошо. Плохо чувствует от этого. Таким образом, мы должны быть очень внимательны, очень осторожны. Нет никаких компромиссов на этом пути. Радхарани постоянно совершает кришнабаджан. Несмотря на то, что это лила, Радхарани, она постоянно совершает служение. И сколько проблем в жизни Радхарани. Какие... У нас проблемы в сравнении с ее проблемами. Это просто ничто. Только посмотрите на проблемы, с которыми сталкивается Радхарани. Если вы прочувствуете, что есть она, а не баджан, никакие проблемы не столкнут вас с пути баджана. Гопи говорят, что Брахма глупец. Он не знает, как творить. Мы не говорим так от себя, потому что Брахма наш гуру, но это говорят гопи. Как он не знает, как творить, как создавать. Он создал нас двумя глазами. Что мы можем видеть двумя глазами? Если бы у нас были миллионы глаз, это другое дело. Один царь молился лотосным стопам Кришны. Я хочу получить, то есть он совершал какие-то аскезы, я хочу получить благословение. Я хочу такое благословение, чтобы у меня появились тысячи ушей, чтобы я мог слушать нектарную харикатху. В настоящем времени, в материальном мире, все просто игнорируют харикатху. Они хотят ее выкинуть из своей жизни, они заняты другими материальными вещами. То есть они заняты другими вещами. Они не могут переварить харикатху. Давно Прабхупад говорил, что в этом мире недостаток харикатхи. Если вы поете, танцуете с оркестрами, с оркестром, тогда люди придут. Потому что они действуют так, что не привлекают материалистов. И люди думают, что харикатха — это развлечение, наслаждение, какой-то способ наслаждаться. Что говорить о диве, о гьяне?
Наритам Такур пишет, Дивья Гьян Хрида Пракашита, обычных, наверное, основополагающих переживаний, чувств они не испытывают. Гопи плачут и говорят, что жалуются, что мы не можем видеть Кришну должным образом. А царь Мочукунда, наверное, о нем говорил, и что он молился, чтобы слушать, чтобы обрести возможность слушать Харикатху о Кришне. И гопи плачут и молятся. Nittotsavam no tatripur disvipibanto Naryo narascha muditaha kupita nimescho Jasya nanam makara kundala charu karano Vrajad kapalu subhagam suvilas hasam Nittotsavam no tatripur disvipibanto Naryo narascha muditaha kupita nimescho. Если вы как в истории с Рамануджачари, когда человек был привлечен своей женой, смотрел только на нее, не хотел посмотреть на Такурджи. По просьбе Рамануджачари он повернулся, наверное, посмотрел на Такурджи и увидел их красоту. Он почти упал в обморок. Упал в обморок. Сарабамба отвечали так же, когда Махапрабху явил себя ему как Бхагавана. Когда он если Бхагаван явится перед обусловленной душой, передо мной, мы не сможем этому как бы противостоять, имеется в виду, потому что столько могущества нисходит от него, столько света, свечения, сияния. Обусловленная душа не может как бы это видеть, она сразу же падает в обморок. И гопи молятся, они проклинают Брама, проклинают свои моргающие, свои ресницы, свои веки, моргающие глаза. Потому что они создают препятствия получать постоянный, непрерывный Кришна-даршан. Потому что сейчас это как пир, бандара, утсав. Имеется в виду, что мы можем смотреть, наверное, на Кришну, получать даршан Кришны. Мы можем видеть прекрасные уста Кришны, серьги Кришны, цветы, украшающие его тело. Щеки Кришны.
его прекрасный улыбающийся взгляд. И гопи не испытывают удовлетворения, они ругаются. Бесполезны наши глаза. Это естественно, потому что сейчас у них огромные бандары, огромный пир. Кришна — это как пир. И мы также, бесконечный мир, у бесконечного мира пир благодаря Кришне. Кто-то пирует на материальных вещах, на вине, и так, то есть с вином и так далее. А наш пир — это харикатха, киртан — это прекрасный пир, явство. Вчера я пытался что-то объяснить, но я не чувствую удовлетворения, потому что это очень сложно объяснить. Кришна сам поражен, видя свою красоту. Он хочет обнять себя, поцеловать. И естественно, что преданные испытывают влечение к нему. А если они не испытывают, значит, они не преданные. В Чайтанья Чаритамрите сказано, что естественно привлекаться красотой Кришны. То же самое Махапрабху объясняет Сарвабхаум Бхаттачарье и Санатани Госвами. Вы должны понять эту шлоку, прочувствовать ее, насколько поразительно Махапрабху объясняет 64 составляющих, то есть 64 характеристики. Любая женщина или мужчина, который видит Кришну, теряет покой. Постарайтесь понять это. Совершенство Кришны таково, что все испытывают влечение к Нему. Но в соответствии с, то есть они получают результат этого в соответствии со своим настроением. Главное, что вы не должны забывать одну вещь. Вы постоянно должны помнить об этом. Что же это? Сиддханта Вичар, который дан нам Кришнадас Кавираджем Госвами в Чайтанья Чаритамрите. Когда я получаю тонкий запах, то есть имеется в виду, когда мне когда я начинаю искать для себя комфортного положения, как мне, то есть я занят своим телом, как мне витаминчиков для тела обеспечить свое тело витаминчиками, как и так далее, то есть любые вещи, которые не позволяют мне совершать баджан. Если вы будете совершать настоящий баджан, день за днем вы будете забывать о своем теле. Я сейчас не говорю, я говорю о юкта-вайраге, я не говорю, что нужно все это забыть, свое тело. Нет, но не нужно покупать себе дорогую косметику и так далее. Вы же совершаете кришна-баджан. Для чего это? Вы не должны ни копейки тратить впустую. Не забывайте этот момент. Если какой-то намек на чувственное наслаждение, это проявление камы,
То есть вы должны пытаться понять, пытаться даровать полное удовлетворение Шри Кришне, то есть пытаться доставить, простите, полное удовлетворение Шри Кришне. Можно слышать философию, но не получить полное осознание этого. Садхгуру Крипа можно легко получить с помощью их наставлений. То есть милости гуру и вайшнавов мы сможем обрести с помощью их наставлений. Вани Сваруп. Несмотря на то, что мы можем находиться за тысячи километров от саду, это ничего не значит. Когда вы пытаетесь доставить удовлетворение Кришне, это становится премой, то есть это становится премой. Но в нашем состоянии это невозможно. В нашем обусловленном состоянии, в нашем материальном теле имеется в виду. Мы должны постоянно, мы даже спать должны для удовлетворения Кришны. Для чего я принимаю прасад? Для того, чтобы поддерживать тело. Для чего мы спим? Также для того, чтобы совершать служение Кришне, чтобы у нас были силы. Таким образом, все наши движения, все наши дела, все, что мы делаем, спим, едим, как бы, то есть, что мы совершаем, все должно быть направлено для того, чтобы совершать служение. Если по милости Гуру и Вайшнавов у нас появится возможность обсуждать Шикшаштака, Манахшикшу и так далее, тогда вы сможете понять, о чем я сейчас говорю. Шикшаштака настолько высока, без объяснения Рупы Госвами Пада, невозможно ее понять. Упадешамрита Рупы Госвами Пада. Что это такое? Это наставление, это советы. Советы, которые помогают нам понять Шикшаштакам. Для того, чтобы понять Шикшаштакам полностью, необходимо прибегнуть к помощи Упадешамриты. Рупа Госвами Пад очень умен. Он знал, что глупцы будут пытаться пойти по неправильному пути, и для того, чтобы остановить их, я должен дать им Упадешамриту, с помощью которой они могут себя сами проверить. Все, что я делаю, куда я смотрю, как я смотрю, что я делаю, должно быть в соответствии с благоприятно для бхакти. Что нужно, говорится, что нужно принимать благоприятное и отвергать неблагоприятное. Настолько точное, то есть точное определение, что как бы, если вы пойдете в эту сторону, это уже кама, это уже отклонение. То есть нужно научиться этой технике. Техники определения, что я совершаю, благоприятно для бхакти или неблагоприятно для бхакти, анукул или пратикул. Нужно научиться этому от гуру и вайшнава. Если вам это не интересно, если весь свой день вы используете для себя, для тела, речи, ну, имеется в виду, все это задействуйте для своего собственного, для удовлетворения себя. О каком баджане может идти речь? Если то есть, если вы этого не делаете, как вы смеете думать, что вы можете начать Кришна-баджан? Вы должны себя возвысить до этого уровня. Вы думаете, что вы образованные, что у вас есть деньги и все остальное. Мавшидас Бабаджи Махарадж был подобен попрошайке. Имеется в виду, как попрошайка жил в Баджан-Кутире отдаленном, уединенном.
День и ночь он совершал баджан, но мы заняты. Кто-то занят с тантра-мантрой. Кто-то занят тантра-мантрой. Я знаю, но я не говорю сейчас об этом. Я знаю все. Они повторяют какие-то мантры, но не повторяют маха-мантру. Для того, чтобы явить свое могущество, показать свою силу так, чтобы они могли контролировать. Я не хочу говорить об этом в деталях, но они в конце концов потеряют все. И те, кто будут им следовать, также все потеряют. Тантра-мантра — это когда получают люди какую-то мантру, не маха-мантру, какую-то отдельную мантру. Для чего они повторяют это? Для того, чтобы использовать... чтобы исполнить свои материальные желания. Они хотят контролировать своего мужа или жену с помощью этих мантр. Они не заинтересованы в Кришна-бхаджане. Пусть они делают то, что хотят. И они отправятся в ад. Внешне это почти то же самое. Но чувства разные. Бхава разная. В соответствии с бхавой человек получает результат. Материальная кама. Как отличить материальную каму? Она направлена на то, чтобы обрести личное удовлетворение. Но будьте уверены, что если мы хотим получить прему, если у нас единственное желание найти путь, как удовлетворить Кришну, тогда это настоящая бхакти. Према может поймать Кришну и заставить Кришну предстать перед преданным. Кришна не может устоять. Он становится беспокойным, когда... Вот, например, в истории с Друва Махараджем Кришна был вынужден прийти. Есть один киртан прекрасный. Мы очень удачливы, что у нас есть такие чари, как Наратан Такур, Бхактинат Такур. Они вечные браджаваси, написали так много киртанов. И браджаваси постоянно поют. Много киртанов совершают браджаваси. То есть мы не должны, наверное, их петь, потому что мы должны следовать тому, что дает нам Гуру Варга. Их мы можем понять, эти киртаны. А для тех, наверное, мы еще не развились. То есть Кришна бежит к своим настоящим преданным. Сейчас хочу привести один пример. Кубджа. Она с горбом. Горб у нее был на спине, как у верблюда. По милости Кришны, она обрела прекрасное тело девушки молодой. То есть, имеется в виду, горб ее распрямился. Потому что она получила результат. Таким был результат ее служения Кришне. Какого было служение? Она умощала тело Кришны чанданом, и Кришна Баларама, и Баларама тело также. И Кришна захотела ей отплатить в соответствии со служением, то есть исполнить желание ее сердца. Во Вриндаване нет никаких желаний, у гопи нет никаких желаний, но Кубджа была из Мадхуры. И у нее было как кама в сердце.
Гопи также используют косметику, но для чего? Украшают себя для чего? Для того, чтобы достать удовлетворение Кришны. Кришне они украшаются для того, что... потому что знают, что Кришна будет доволен этим, глядя на это. Одеваются в прекрасные сари, используют прекрасную косметику. В этом нет даже никакого запаха самоудовлетворения. И Кубжана также украшалась для того, чтобы наслаждаться обществом Кришны. И это было все-таки, то есть это было камой. Таким образом, существуют различные виды рати, самартхи рати и так далее. Садарани, саманджаса, самартха рати. Время от времени я буду возвращаться к этому, но вы должны быть очень внимательны. Все, что вам нужно, просто сосредоточиться. У Кунджи, Кубджи не было самартха рати. И таким образом Бхагаватам сказано, что она хотела получить общество Кришны. Кришна говорил, нет, не сейчас, сейчас не подобающее время. Я могу прийти к тебе. И чтобы исполнить свое обещание, он пришел к ней. И она обезумела. О Боже, мой сон исполнился, сбылся. Кришна пришел. Мы не можем сравнить ее любовь с любовью Гопи. Она хотела наслаждаться общением с Кришной. Гопи также хотят, то есть Гопи также стремятся получить общение Кришны, но они постоянно с проблемами сталкиваются. Они думают, что Кришна постоянно в лесу, босиком, без тапок. Ему больно ходить по колючкам, маленьким камушкам острым. И они плачут от этого, от этих переживаний. Когда мы водрузим лотосные стопы Кришны на нашу грудь, мы, то есть, мы чувствуем, что Кришне больно ходить по земле. И это непостижимо. До того момента, пока вы пытаетесь понять это своими мозгами, вы... это не увенчается успехом. Когда Кришна исполнил свое обещание, пришел к Кубже, Кубджа подбежала к нему, чтобы обнять Кришну. Долгое время тело Кубджи жгло желание обрести общество Кришны, получить общение с Кришной. Сейчас же она, как сумасшедшая, пытается обнять его. Но один все-таки позитивный момент присутствует в этом. Хотя это нехорошо. Ее любовь мы не можем сравнить с Гопи, с любовью Гопи. Тем не менее, есть нечто хорошее в этом. Кама. Каму свою она задействовала по отношению к Кришне. Умастив свое тело косметикой, после того, как тело ее лишилось дефекта, она осознала, что я прекрасная девушка.
Она попросила Кришну: «Я хочу, чтобы ты никогда не уходил, я хочу любви». Кришна объяснил, что сейчас не время, нужно подождать. Хотя это не то, к чему мы стремимся, тем не менее это хорошо, потому что она удачливо, она это свое чувство применила по отношению к Кришне, то есть свое вожделение она применила к Кришне. Кришна говорит, что я то есть Кришна исполнил ее желание. Любовь Кришны и любовь преданных невозможно понять любовь между Кришной и его преданными для посторонних. Когда Судама Випрам очень-очень бедный человек, у него даже одежды нормально не было, жена у него тоже вся в лохмотьях ходила. Постоянно, тем не менее, они поклонялись Кришне с Туласи. Когда по просьбе жены он пришел к Кришне встретиться с ним в Дваракадаме, он сказал: «Я так удачлив, как я удачлив, я сейчас увижу лотосные стопы Шри Кришны». И он представлял, как произойдет эта встреча, как я смогу его обнять. То есть по пути он сам с собой разговаривал, думая об этом. Когда же он достиг места, где жил Кришна, Кришна, он подпрыгнул с кровати. Там была Рукмини Деви, Лакшми, сама Лакшми. И он подбежал к нему, чтобы обнять его. Сатьябама, Рукмини и так далее. Они все обезумели. Видя это, они были в замешательстве, как это вообще возможно. В предыдущей Пурушоттама Врата, когда я говорила Бхагаватам по милости Шри Гуру Вайшнавов, я говорила об этом. Он попрошайка. Что же он делал? Какое служение совершал? Он бедняк. Нет у него ни денег, ни нормальной одежды, ни украшений. Но Кришна обнимает его. Он оставляет Рукмини, чтобы обнять своего друга. «О, мой друг, ты пришел». Такова дружба Кришны. Мы настолько глупы, что дружим с материалистами, с посторонними, с теми, кто полон анартх. Но мы не заинтересованы в дружбе с Кришной. Насколько мы глупы. Таким образом, любовь Кришны не повод. То есть это не... Это серьезно. Таким образом, я привел примером. Сейчас Рай Рамананда говорит: удача
пить нектар красоты Кришны. Те, кто обрел ее, никогда не смогут удовлетвориться в этом. Они хотят пить, еще и еще, но их жажда только возрастает. Таково совершенство Кришна-премы. Чем больше мы любим Кришну, чем больше мы обнимаем Его, тем больше мы хотим этого. Мы не можем оставить это. Хотим еще и еще. Каждую секунду мы хотим увеличивать желание влечения к Кришне. И поэтому из-за своего неудовлетворения, что они не могут смотреть на Кришну постоянно, они критикуют Брамджи. Чем больше мы получаем общество Кришны, тем больше мы хотим. Его общение. То есть вся эта шлока не может быть применена к нам, потому что последняя часть неприменима к материальному миру. Гопи критикуют Брахму. Он не знает, как творить, как создавать. Гурупада Падма очень прекрасно объяснял этот момент и смеялся, когда уже был в возрасте. Нам нужны миллионы глаз, чтобы созерцать красоту Кришны. Но Брамаджи настолько глуп, что сделал только два глаза. И не только это, он еще и веки нам дал. Как же мы можем видеть Кришну постоянно? Если мы только взглянем на лотосные стопы, на руки Кришны, мы не сможем оторваться. Те, кто хотят наслаждаться крипой, милостью, они обретут ее. Таким образом, гопи критикуют Брамаджи. Нанда-нандана Кришна изначальный Верховный Господь. Но Девакинандан Кришна — это Васудев. Иногда у него две руки, иногда четыре, в соответствии с временем и обстоятельствами. Иногда у него появляется оружие в руках, чакра. Много различных татв существует. И одного месяца недостаточно для того, чтобы об этом рассказать. И я, то есть по глупости думал, что можно объяснить Рай Рамананда за один месяц, но это невозможно. Вся красота, все богатство, совершенство, все, а также тончайший разум, с помощью которого в соответствии с временем и обстоятельствами нужно
то есть правильно действовать, способность ясно определять. Кришна, то есть это перечисляется качество Кришны, и Кришна точно знает, когда и как, что делать, когда и что говорить. Рупа Госвами Пад пишет Видагда Мадаве. Эта философия очень высока. Те, кто хотят запрыгнуть в океан нектарной Харикатхи, Кришна Премы, они и всегда повторяют Харинам, погружаясь. Они обладают под руководством Гуру и Вайшнав, они могут делать это, читать это, обсуждать это, не сами по себе, потому что сами по себе, читая, можно недопонять что-то. Поэтому Прабхупад никогда не позволял устраивать открытые чтения Бала-лилы, даже Бала-лилы, лилы Баладеваджи. Много-много было ограничений. Сейчас же нет никаких ограничений, и все дают разные интерпретации. Гайтри мантра в микрофон поет. Гайтри мантра — это сокровенная вещь, которую нельзя произносить вслух, но они поют ее. И это время Кали, происки Кали. Когда я Браджендра Нандана Кришна совершенен. Он Мадана Мохан. Но я могу так его называть только до того момента, пока Радхарани присутствует с ним. Если нет Радхарани рядом с ним, это имя неприменимо к нему совершенно. Вчера я говорил о том, что в Нарайане присутствует много качеств. Непостижимая Махашакти. Она такой тип Брахманды. Бесконечные брахманды, материальные брахманды присутствуют в Нарайане. И все аватары, семена аватар. Пятьдесят пять качеств присущи также Ишваре. 50 качеств присущи полубогам. Но у Нарайана есть 5 особых качеств. То есть 55, наверное, присущи полубогам, а 5 Кришне. Поэтому Махапрабху очень подробно объясняет Санатан Госвами их. Так
Совершенные качества Кришны нельзя сравнить ни с чем. Бхакти Расамрита Синдху Рупа Госвами Пад пишет, Все басты бесконечные миры поражены. Океаном лилы. Секретных рас. Атулло премдара шубхавишишто прештамандали. Кришна эно ананда чинамая расо прадивявита виста вирджа ива нижурва таякала ви. I already told. All Krishna is surrounded by all. Кришна окружен гопи. Также иногда с мальчиками-пастушками. Кришна прекрасен, он украшен. Тут речь идет о мадхуре, то есть нельзя тут говорить о мальчиках-пастушках. Кришна окружен прекрасными гопи. Он украшен всеми параферналиями, гопи. И он постоянно играет на флейте для того, чтобы привлечь весь мир. Играет он таким образом, что весь мир чувствует влечение. Не с чем сравнить. Ни с чем в этом идеальном мире. Нет ничего сравнимого, что могло бы с чем можно сравнить Кришну. Никаких примеров, образцов. Когда Тулсидас воспевает прелесть Рамачандры, когда Рамачандра принимает омовение, Тулсидас же описывает в санскритской грамматике есть какие-то слова, позволяющие создать сравнение, когда один объект сравнивается с другим объектом. Упаман и... То есть упаман — объект моего прославления. То есть то, что я прославляю. И второе — это нужен какой-то образец, с чем сравнить. Вот в случае с Кришной нет такого образца, с чем можно было бы сравнить его лотосные стопы и так далее, его красоту. Нет примеров. Что в этом мире можно сравнить с лотосными стопами Шри Кришны? Только лотос. Что мы делаем?
Когда вы пытаетесь делать какие-то аналогии, приводить какие-то аналогии, вы можете ошибиться. Когда Тулсидас описывал красоту Рамачандры, он думал, чтобы описать лицо Рамачандры, насколько оно прекрасное, может быть, сравнить его с солнцем? Нет, он только ярко светит, нет. Может быть, с луной? Нет, на луне много черных пятен, но на лице Рамачандры нет этого. И тогда он подумал, что это невозможно сравнить лицо Рамачандры с чем бы то ни было. Нирахике мукарубинда, Рагуварке мукусамано, Рагуварке мукусамано, Рагувар мукобания. You know, I have nothing to compare the beauty of Рамачандра. Не с чем сравнить красоту Рамачандры. Я могу лишь сказать, что Рамачандра, он подобен Рамачандре. И что говорить о Кришне? Рупа Госвами Пад пишет Бхакти Расамрита Синду. Бесконечный мир сходит с ума. Нет никаких параллелей. Имеется в виду, что нет никаких параллелей в этом материальном мире, которые могли бы быть проведены между красотой Кришны. Сейчас Рай Махашая. Сейчас я буду говорить о Кришне как о герое Найка Шарамани. В деталях я не могу рассказывать это, потому что это слишком высоко. Я могу сейчас это, коснуться этой темы, потому что сам Рай Рамананда говорит это Махапрабху, поэтому определенное осквернение не придет в мое сердце по милости Нитянанды Гуруварги. Таким образом, я хочу коснуться этого момента. Кришна — высочайший герой, главный герой. Есть много различных категорий, приведенных в Уджалани Ламане. Это очень сложные вещи, очень внутренние, глубокие. И я могу только лишь сравнивать Кришну. Рамачандра может быть сравнен с Дхирадатой. Очень гамбир, очень глубокий, наверное. И также смиренный. А также обладает качеством прощения, все прощения. Тот, кто являет милость. А также желает приносить благо другим, независимо от касты и так далее. Друзья Дашарадхи Махараджа, у него была одна птичка. Джатая хотела совершать служение. Когда Сита Деви, когда на нее напал Равана, она хотела сражаться за нее, но у нее ничего не вышло, к сожалению. И ее крыло было поражено ракшасом, поэтому она упала
и ждала Рамаджи, когда он вернется, чтобы оповестить его о том, что Ракшасравана похитил Ситу. Рамачандра был очень впечатлен, выразил ей глубокую благодарность, как бы там ни было. Джатай был готов отдать свою собственную жизнь ради служения. В то время как мы не готовы потерять малейшие, ничего не готовы потерять ради своей собственной корысти, будь что будет сампрада и все остальное. Никто не заинтересован в том, чтобы защитить сампрадаю, все заняты в своих собственных интересах. Так сделала Майя. Итак, Рамачандра обладает глубоким качеством Гамбира. Гурудев спрашивает Рамачандра, когда Вишвамитра Муни берет Раму с собой. В Митхилу. Вишвамитра говорит, Гуруджа говорит, Рам, твой отец приехал, Дашаратхи Махарадж приехал. Хочешь ли встретиться с ним? О, Гурудев, как ты хочешь. Я поступлю в соответствии с этим, с твоим желанием. Он никак ничего не прокомментировал перед Гуру и Вайшнавами. Мы должны взрастить огромное смирение. Мы настолько глупы, что не понимаем. Если мы... То есть, что я могу вообще говорить перед Гурудевом? Я могу легко очень совершить апаратху. Однажды я совершил такую апаратху перед моим Шилой Гурудевой. Гурудев сказал, «Сын мой, проверь, кажется, там муравьи ползают по моей кровати». Я стал проверять, но я был настолько глуп, что сказал, «О, Гурудев, Гуру Махарадж, где муравьи? Нет никакого муравья». И Гуру Махарадж разозлился, «Я тебе сейчас покажу». Сейчас я тебе покажу, где тут муравей. Я тогда стал очень внимателен к тому, что я говорю перед Гуру Махараджу. Я не должен говорить. Он сам Сакшат Нитьянанда, Верховный Господь в форме Гурудева. Он дает мне это служение, а я говорю, что нет там никакого муравья. И с того момента я был очень внимателен. И еще однажды я совершил ошибку. Однажды, вы должны учиться на ошибках. Однажды я пришел, предложил свой поклон и сказал, что вот в обществе сейчас такие-то проблемы. И Гурудев разгневался. Ты какое служение совершаешь? Что ты сделал? Ты же ничего не сделал, никакого служения, а они совершают служение, они делают служение. Ты-то что сделал? Ты же ничего не сделал. А они все делают. Я сказал, Махарадж, я совершил ошибку, пожалуйста, простите меня. Таким образом, Гуру Махарадж учил меня, как говорить, как обращаться к вайшнавам. И таким образом Джатаю, Рамачандра молился лотосным стопам. Джатаю, ты друг моего отца, ты почитаем для меня. И когда он собирался оставлять тело, птичка, он совершил, когда Джатаю собирался оставить тело, Рамачандра устроил погребальный обряд, то есть он очень почтительно был к нему. Взяв на руки, на колени тело Джатая, Рамачандра рыдал. Если мы поймем
любовь Бхагавана, никогда мы не сможем его оставить. Я думаю, что вы не знаете об этом, поэтому вы вовлечены в материальную деятельность. Если вы услышите от чистых вайшнавов, преданных, вы определенно измените свое сердце, сердце ваше поменяется. Таким образом, Рамачандра проливает слезы, как дождь. На руках, держа мертвое тело Джатая, он плачет, плачет, как дождь. Совершает Абхишека ему такую милость огромную. Господь показывает. Рамачандра, но что же нам ожидать от Кришны? То есть Рамачандра может совершать, может оказывать такую милость, но что насчет Кришны? Он аватари, то есть из него исходят все аватары. Тут мы можем привести пример. То есть Рамачандра — пример Дхирадатта. Кто же такой Дхиралалит? Это качество полностью проявлено в Кришне и только в нем. Видактха очень артистичный. Тот, кто знает, когда что говорить, очень точно. Его поведение очень прекрасное, то есть он очень выразительный, знает, когда пошутить, когда какую шутку сказать. Кришна говорит такие вещи, в таким, то есть в определенный момент, в нужные моменты Кришна шутит так, что смеются все. И это особое искусство. Наватарани Видактха, тот, кто постоянно находится в возрасте 16 лет. Тот, кому постоянно 16. И он знает очень хорошо, как заставить вас смеяться. Он знает, как шутить. Также я могу привести пример Тхир Прашанта. Это Юдхиштир Махараш, Тхиршанта. Любая. Юдхиштир означает, когда есть, когда огромная битва. Юдхиштир спокоен, то есть он всегда хранит спокойствие. Юдхи плюс Штир, то есть переводится как, то есть смысл в том, что на, в огромной битве он остается Шанта, то есть он хранит покой. Любые трудности, любые сложности, кем бы они ни были устроенный, он терпит. И также он очень рассудителен и смиренен. Затем Вироддатта. Бхимасена. Видя недостатки чьи-то, становится очень разгневан. Пример этому. То есть я даю просто примеры, коротко, не вдаваясь в детали. Дхама Кришна превыше всего. Самое возвышенное. Дхама Кришна. Вриндаван превыше всех святых мест. This love you can
Это Шлока говорит об этом. Невозможно представить Чинтамани-бхуми непостижимо. Там все усеяно калпаврикшами, то есть деревьями, исполняющими желания, чинтамани, драгоценными камнями, исполняющими желания. Чинтамани Буми. Рупа Госвами Пад объясняет, что Кришна пребывает в своей дхаме. На троне в йога-питхе. Йога-пит. Там Кришна восседает на троне. Рупа Госвами Пад объясняет это. Vrindavana yoga pithe kalpaturu vane ratna mandapa tahe ratna singhasane govinda vasyachen brajananna madhurya prakasi karen jagat mohan bam passe radhika sukhi gan sange rasadiko lila prabhu kare kato rangi Vrindavana yoga pithe Dibyat Vrindavana kalpa dramada Simatnaga Singa Sanosto, Sisi Radha Siligwinda de Bo, Peschalipi, Sebamanu, Smarani. Adaram Maduram, Badanam Maduram, Nayanam Maduram, Hasitam Maduram, Hidayam Maduram, Gamanam Maduram, Madura Dipati Rakhilam Maduram. Adaram madhuram, badanam madhuram, nayanam madhuram, hasitam madhuram, hidayam madhuram, gamanam madhuram, madhuradipate rakhilam madhuram. Vancha kalpaturu sikhe pasindu bhavacha patitanan pavana bhavishna bhyon.